Подготовка высококвалифицированных кадров – это, пожалуй, ключевая задача всех институтов Казанского федерального университета. Качество образования во многом зависит от нескольких факторов – профессионализма, профессорско-преподавательского состава и желания студента стать квалифицированным специалистом своей области. Помимо этого, большое внимание уделяется зарубежным стажировкам, в которых студенты могут получить другой взгляд на направление обучения. Так, в Институте геологии и нефтегазовых технологий КФУ работает программа двойных дипломов, которая позволяет укрепить международное сотрудничество с Китайской Народной Республикой. Она проводится в институте первый год и уже имеет отклик от студентов не только Казанского федерального университета, но и из Китая. Как отмечает проректор по направлению нефтегазовых технологий, природопользованию и наука земле Данис Нургалиев, сотрудничество с Китаем – это прекрасная возможность для студентов закрепить те знания, которые они получили в стенах Казанского федерального университета. Для Института геологии и нефтегазовых технологий сотрудничество с учеными всего мира – это обязательно, потому что Земля от нас одна, мы на одной Земле живем. У нас одни полезные ископаемые, одна вода, одна одинаковая такая же нефть, такие же коллектора, такое же золото, алмазы, редкие земли, все что угодно – это все общее. Да? И поэтому, конечно, мы, как никто, должны сотрудничать вот со всеми геологами, нефтяниками всего мира. Программа, которая позволяет студентам одновременно получить два диплома о высшей ступени образования, реализуется по направлению комплексный анализ данных нефтегазовой отрасли и рассчитана на магистрантов, которые хотят пройти обучение в Пекине. Учебный процесс длится год. Само обучение предусматривает обеспечение учебного процесса как для граждан Российской Федерации, так и для студентов из Китая, которые хотят получить знания в одном из старейших вузов России, Казанском федеральном университете. Студенты, прошедшие обучение по программе двойных дипломов, имеют возможность получить высокооценимые квалификации и дипломы, которые открывают перед ними широкие перспективы для карьерного роста в области нефтегазовой геологии. Для участников будут проводиться как теоретические, так и практические занятия, в рамках которых они научатся создавать геологические модели и цифровые двойники. Ценность коллаборации заключается в том, что современные специалисты, впитывая лучшие черты друг у друга, обучаясь на программном обеспечении, которое используется в одной стране, в одном университете, и познавая то, что используется в другом университете, в другой стране, впитывают все самое лучшее и становятся очень профессиональными и востребованными специалистами на рынке труда. Мне кажется, первая причина – это тот факт, что я из другой страны, и это новый опыт для меня. Учиться в другой стране, новой стране – это значимый опыт. И другая причина, мне кажется, в том, что КФУ – лучший университет России. Насколько я знаю, и много известных людей тут училось, такие как Ленин, Толстой – они известные люди. Отметим, что программа реализуется в рамках сотрудничества с Китайским нефтяным институтом в Пекине. В будущем планируется расширение географии обучаемых. Важно, что получение студентов диплома как российского, так и зарубежного вуза увеличивает его шанс на трудоустройство. Екатерина Сайфуллина, Аделина Абдрахманова, Тимур Ахметов, Универ Новости.